Здорово, с вами Хардкек. Сегодня мы будем открывать кейсы, а именно Сильверы, Голды и Стал пораньше для вас специально, чтобы запилить контент, поэтому надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Как всегда, ссылочка на лаунчер GTA 5 есть в описании. Качай, залетай, играй вместе со мной на Redwood. И как только залетаешь, чтобы получить лютейшие бонусы, нажимаешь F10, шестеренка, приглашение, и сюда вбиваешь мой реферальный код. Кексик, нажимаешь сохранить подарочков, сразу забираешь випку на 10 дней, и также при достижении 5 уровня получишь 12 500 баксов. Пользуйся. В предыдущий раз сильверов у нас как-то не пошло, поэтому давайте начнем с голда. Пожелайте мне удачи, я очень рано проснулся. Грубо говоря, только недавно был рестарт сервака, и вот я зашел. Итак, смотрим, что нам... Да ладно! Чисто с первого кейса, банана! Сюда, чисто 5000 дипишек с первого кейса, чё? Получается, за один прокрут мы потратили 400 дипишек и получили 5000 дипишек. По-моему, очень даже выгодно. Не зря я проснулся пораньше утром. Грубо говоря, сразу после рестарта я такой проснулся и начал снимать для вас контент. Поэтому обязательно прожимайте лайки, я надеюсь... Это будет люто. В общем, напишите в комментах, что с ним делать. Хотя я и так знаю, что с ним делать. Я его солью и крутану еще потом как-нибудь. Поэтому накидывайте лайков, и будет следующий прокрут. Он выйдет намного быстрее, если вы, конечно же, накидаете. Слушайте, я в шоке. Уже не зря проснулся. Можно дальше, в принципе, не крутить, ложиться обратно спать. Нам выпадают дипишки, но мне уже все равно. Обычно я бомблю, когда мне выпадают дипишки. Но сейчас абсолютно плевать. Я уже окупился. Все остальное будет сыпать просто сверху в копилку. Еще випочка выпадает, она нам не нужна, потому что у меня випка и так на 30 с чем-то дней. Поэтому сразу ее продаем. Что-то нереальное вообще происходит, и мне очень нравится, что сейчас происходит. Еще, прикиньте, сейчас какая-нибудь тачка еще упадет. Я вообще буду в шоке. Пока что падают бабки, но в любом случае, все, что выше, это уже очень неплохой окуп. Кстати, давайте, может, это будет самым лучшим открытием. Я хз, но уже неплохое, по крайней мере, в любом случае. Вот, опа. Ну, нет, это дипишки. Самый крутой окуп с 5000 дипишек у меня был по кейсам, если я не ошибаюсь, 1 300 000, где-то в этом районе, там плюс-минус. Опять дипишки выпадают, 200, ну, ничего страшного. Давайте немного сильвера крутанем, посмотрим, что нам отсюда вообще выпадет. Может, отсюда мы уже все забрали, а вот в сильвере, может, какая-то тачка сейчас как раз-таки и упадет нам. Да, выпадает, но за 150 дипишек. Это не то, крутим дальше. Вот, скорее всего, все уже голд, поэтому мы переходим на сильвер. И сейчас... Ой-ой-ой, давай. Нет. Это дипишки. Не может мне так повезти, чтобы сразу две охрененные тачки в одном ролике выпали. У меня обычно падает какая-нибудь хорошая тачка. Банан я уже, кстати, выбивал этот. Вот, но я ни разу не выбивал тачку за 15000 дипишек. Вот это, конечно, печалька. И если я выбью тачку за 15000 дипишек, я отдаю финик, дарю Толе. Ну, мы так договорились очень-очень давно, когда летом играли, еще в прошлом году. Вот, так вышло. Так, быстро прокруты не работают. Я думал, сейчас быстрым прокрутом что-нибудь дропнется, и я охренею по-быстрому. Возвращаемся, наверное, до голд кейсов, потому что добьем уже их. Возможно, тут еще какая-то тачка для меня припасена, возможно, и нет. Короче, сейчас посмотрим. Да чё? Чё? Да ну нахрен! Да ну нахрен, тачка за 15000 дипишек! Да ну, Толя, финик едет. Это жесть, не зря я вернулся в голд кейсы. То есть мы сейчас, чё, мы сейчас сделали. Мы даже не докрутили, у нас еще осталось 2241 дипишка. Сейчас посмотрим, сколько эта тачка стоит. Блин, это жесть вообще какая-то. Мы с 2800 дипишек сделали уже 20000 дипишек. Так, эта тачка у нас стоит 4 миллиона в салоне. Можно ее забрать, слить в гос, получить 2 миллиона. Либо 15000 дипишек. По-моему, 15000 дипишек звучит намного круче, чем 2 миллиона. 2 миллиона я и так могу получить, а вот донат просто так не получишь. Поэтому, скорее всего, мы ее сольем. В любом случае, пишите в комментариях, что с ней делаем. Сливаем.
Я в любом случае солью, можете не писать. В общем, мы будем крутить. Еще много прокрутов по ходу будет. В общем, это могу смело назвать самым лучшим прокрутом, который только был. У меня был самый лучший лям 300, а этот на 20 тысяч дипишек. Получается, если 20 тысяч дипишек конвертировать, то мы получим как раз-таки 2 миллиона. Но конвертировать вообще никому не советую, да, как бы лучше рискнуть. У нас теперь есть банана за 5 тысяч дипишек и вот этот мерин за 15 тысяч дипишек. Это самая первая тачка, которая мне выпала за 15 кдп. Это самая, блин, жирная тачка, да, потому что до этого мне падали тачки по 5 тысяч дипишек и так далее. Все, теперь я точно ничего вообще не жду, пускай падает самое говно, ничего страшного. Бабки нам еще насыпают, кстати. То есть это еще больше, чем окуп в 2 миллиона. Ну вообще, если по сути, если мы возьмем, сольем эти две тачки в гос, то получим уже, получается, сколько? Я не знаю, сколько банан у нас стоит, напишите в комментариях. Ну где-то, короче, 2,5 миллиона у нас как минимум будет. Даже больше, наверное, 2 ляма 800, потому что нам еще бабки сейчас сыпят. В общем, и у нас еще дипишки остались, прикиньте, мы еще докручиваем, еще бабки сыпят, еще випка наверняка выпадет, вот, еще тачка выпала. Вот, короче, это жесть. За 400 дипишек вот выпала тачка, обратно перекручиваем. Блин, это мясо, не зря я проснулся так рано. Обязательно накидывайте лайки, и в следующий раз я также после рестарта проснусь. В принципе, я режим просто поменял, вы не думайте, то, что ради видоса я просыпаюсь хер знает во сколько, чтобы снять контент. Нет, я просто по режиму сейчас действую, питаюсь и так далее, вот, неважно. Поэтому, я так понимаю, с утра крутить самый пик, самое круто, ну вот, короче, самый окуп, по-моему, крутить с утра, да? Ну, может, я могу ошибаться. Некоторые говорят, ночью круто крутить. Типа, выпадает жирный дроп. Некоторые говорят, после рестарта. Некоторые говорят, в обед и так далее. Я уже крутил вообще в любое время. С утра, по-моему, я очень редко крутил. Сейчас крутанул и вообще не ошибся. Посмотрим эту теорию. Может быть, реально в следующий раз я опять-таки буду с утра крутить. И нам опять какой-то жир выпадет просто, понимаете? А может быть и нет. Может наоборот, нам дало 20 тысяч дипишек, и потом нам вообще ничего не будет падать, и вообще эти 20 тысяч дипишек не окупятся. ХЗ, короче, посмотрим в любом случае. В любом случае, мы сейчас все это докрутим, посмотрим еще сколько у нас по бабкам выйдет. Но я думаю, 1200 как минимум будет, потому что на руках у меня вроде бы ничего не было. Там 1005, 6 или 9 максимум у меня было. Все остальное я в банк обычно закидываю, так мелочь оставляю на карман, на такси чисто и так далее. Так, бабки падают, 14,5 тысяч, я уже даже не хочу говорить, что там будет, что выпадает и так далее, потому что падает сейчас, ну шлак, ну хрен с ним, да, настроение пушка, поэтому пускай падает, 14 тысяч, все, у нас остается 101 дипишка и 20 тысяч дипишек у нас как раз таки в инвентаре, просто, вот смотрите, просто подарочками 20 тысяч дипишек, то есть, блин, очень жирно, очень жирно. Вот такое открытие, смело могу сказать, то, что это самое лучшее открытие, которое я делал за 5000 дипишек. Поэтому прожимайте лайки и обязательно сделаем еще для вас открытие. Для вас снимал Хардкекс, зацените предыдущие ролики, залетайте на канал, смотрите другие видосы. Увидимся.